Kimitsio te tsetora, Kimitsio te tsetora, Udevaradonai Mierushalayim, Baruch Shenatan Torah Torah, Baruch Shenatan Torah Torah, Le'amo Israel Bekdushato. Baruch ata Adonai Eloheinu melech ha'olam asher becharbanu mikol ha'amin noten lanu et torato. Baruch ata Adonai noten ha'torah. Благословен ты, Господь Бог наш и Царь Вселенной, избравший нас из среды Твоего народа и даровавший нам Тору. Амин. Пожалуйста, присаживайтесь. Я вас всех приветствую сегодня. Сегодня хорошее время прикасаться к Господу, служить Ему, наполняться Его силой, Его славой. И недельная глава Торы сегодня называется «Экеф», что означает «и будет за то». Знаете, за все, что мы делаем, хорошее или плохое, да, нам всегда за это что-то будет. Иногда бывает в жизни, да, какие-то события, ну, может быть, нехорошие, да, приходят в нашу жизнь, и мы говорим: «Господи, за что?» Поэтому глава называется «и будет тебе за то». Но здесь, в этой главе, описывается о благословении. И что же будет? Это книга «Дворим», «Второзаконие», 7 глава. И я хочу зачитать несколько мест Писаний. 7 глава с 12 стиха. «И если вы будете слушать законы сии и хранить, и исполнять их, то Господь Бог твой будет хранить завет и милость к тебе, как Он клялся твоим отцам, и возлюбит тебя, и благословит тебя, и размножит тебя, и благословит плод чрева твоего, земли твоей, и хлеб твой, и вино твое, и елей твой, рождаемое от крупного скота твоего и от стада овец твоих, на той земле, которую он клялся отцам твоим дать тебе. Благословен ты будешь больше всех народов, и будет ни бесплодного, ни бесплодной ни у тебя, ни в скоте твоем. И отдалит от тебя Господь всякую немощь, и никаких лютых болезней египетских, которые ты знаешь, не наведет на тебя, но наведет их на всех ненавидящих тебя». И дальше он также говорит, да, ну, слова, то, что он защитит, он избавит от врагов. И вот интересное такое послание, да. Господь говорит своему народу, это перед тем, как войти, да, в землю ханаанскую, Господь дает народу как бы такое обетование и обещание. Но очень важно, он говорит, да, начало этой главы начинается, ну, с таких стихов, да, «если ты будешь слушать законы, хранить и исполнять». Я бы сегодня хотел сказать о трех составляющих, потому что это очень важно. Первое, да, то есть это слушать, хранить и исполнять. И вот я бы хотел, чтобы мы немножко как бы поразмышляли на этих трех словах, именно, да, значение этих слов. И слово «слушать», значение этого слова как воспринимать на слух и сосредотачивать свое внимание. Очень важно, да, когда слово говорится, оно воспринимается на слух. Помните, да, книга «Евреям»? Автор этого послания, он говорит, что я хотел бы многое сказать вам, да, но вы уже не способны, то есть вы уже как бы не воспринимаете, как бы слушать. И очень важно, то есть когда Бог говорит слово, да, или говорит проповедник слова, то чтобы это слово, оно воспринималось, потому что умение слушать, это тоже дар, это тоже умение. Иногда бывает, люди говорят, ну, как бы я все знаю. Или бывает, слово какое-то не воспринимается, особенно когда касается там какого-то там обличения там, или исправления. Ну, как-то оно не ложится на слух, да, то есть как-то не воспринимается.
И вот значение этого слова – воспринимать на слух и сосредотачивать свое внимание. Когда мы слушаем Слово Божие и думаем о том, что мы там забыли что-то дома, там, не знаю, чайник там кипит или там утюг, может быть, забыли, то есть это внимание, оно просто распыляется. И мы не можем услышать то, что говорит нам, да, Бог или ну, Слово Божие через проповедника. И это очень важно. То есть значение слова «слушать» – это воспринимать и сосредотачивать свое умение. И вот оно также делится еще на две таких вот как бы подкатегории. То есть умение слушать и умение слышать. Это два разных как бы таких вот составляющих. И вот умение слушать – это когда собеседник говорит, а вы не перебиваете. Знаете, как здорово, да, когда человек что-то вам говорит, а вы внимательно слушаете. И второе, умение слышать, это умение слышать именно собеседника, а не свои разные соображения и домыслы. И вот очень важно, да, в книге, да, Второзаконие, Бог первый говорит то, что да, то, что если вы будете слушать законы сии, дальше слово «хранить». Это очень важное слово, и вот я хочу, чтобы тоже мы немножко разобрали его значение. Хранить значит беречь, заботиться и не давать утратиться или иссякнуть. То есть это не просто ну, закопать. Помните, как Ишуа да, о талантах, да, одному дал один, два таланта другому, и кто-то там, кто-то из них, по-моему, последний, он ну, как бы закопал свой талант и все. То есть им. Вот слово «хранить», да, то есть это беречь и заботиться, и не давать утратиться и иссякнуть. В книге Нового Завета, в Откровении, есть такое послание Филадельфийской церкви. Ишуа говорит, «И как ты сохранил слово терпения моего, то я сохраню тебя от годины искушения, которое грядет на всю вселенную». Даже можно другими словами сказать, да, «И как ты не дал утратиться, не дал иссякнуть то, что в тебе». То есть ты позаботился, чтобы то, что есть в тебе, эта жизнь, живая вода, она не иссякла. Для того, чтобы огонь, он горел, не угасал, что нужно нам делать? Вы правильно подумали, нужно подкидывать нам дровишки, да? Для того, чтобы не иссяк источник, нужно, чтобы постоянно туда подливалась вода. Знаете, интересный такой пример хочу Мы живем в таком районе, где с одной стороны находится Хаджибеевский лиман, с другой стороны находится Куялинский лиман. И вот Куялинский лиман, он пересыхает. И пересыхает в том случае, если в этот лиман не будет вливаться вода с моря. И вот все года было все как бы хорошо, все нормально. Но в этом мы очень часто проезжаем этот лиман, и мы заметили, что этот лиман, он пересыхает. Потому что та вода, которая текла из моря, она, ну не знаю, кто-то перекрыл. И если до конца лета не будет подливаться вода, он просто пересохнет. Поэтому очень важно, то есть слово «хранить» – это заботиться о том, чтобы не иссякло то, что Господь он дал. И третье – это «исполнять». Нести, значение слова «исполнять» – это нести обязанность выполнять приказ, воплотить в жизнь или создавать. Иакова говорит, будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающих самих себя. И вот интересно слово «исполнять», то есть это воплощать в жизнь или что-то создавать, что-то новое. И когда эти три составляющие, они будут идти вместе, мы будем делать, тогда нам будет то, что сказано в Писании. Да, Бог говорит, что Он будет хранить, Он будет миловать, Он будет заботиться, Он будет охранять и благословлять. И, конечно, это труд, но за любой труд, за любое усердие всегда идет награда. Здесь Бог говорит о награде. Да, это нелегко сохранить, это нелегко быть послушным где-то в какой-то степени, да. Это нелегко исполнить, но за это идет благословение. Но это еще не все, друзья мои. Можете подумать, ну а что же еще? Исполнение всего этого без измененной внутренней натуры будет просто механическим и эгоистическим действием по принципу «я тебе, ты мне».
Апостол Павел говорит, я хотел бы 1 Коринфянам открыть, 1 Коринфянам 9 глава 16 стиха. Он здесь говорит о благовестии, да, он говорит, и если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя, и горе мне, если я не благовествую, ибо если я это делаю добровольно, то буду иметь награду, а если не добровольно, то исполняю только веренное мне служение. И Господь, Он говорит о Новом Завете, да, не просто о механическом каком-то исполнении, да, и вы помните, Он говорит, да, в книге Иеремии, Он говорит, что «Я даю вам Новый Завет, я заключаю Новый Завет, да, с Домом Израиля и с Домом Иуды». В чем Его превосходство? В том, что, говорит, что «Я эти слова, да, вложу в ваше сердце». Что мы не просто будем исполнять, потому что так оно надо, или там мы просто получим за это награду, хотя и это есть. Я знаю, что мы не служим Господу ради награды, это не есть, ну, цель, да, служить Богу ради награды. Да, награда, она будет, и об этом говорит Писание, но мы служим Богу, потому что на самом деле мы любим Его. И единственное, что должно заставлять нас служить Господу, это, ну, любовь к Нему. Потому что нам нравится быть с Ним, нам нравится быть в Его присутствии, нам нравится прославлять и поклоняться Ему. И слова, да, то, что послушание, сохранение и исполнение, оно не будет нам в тягость. Не будет нам в тягость, если действительно... Мы рождены свыше люди, а я верю, что мы рождены свыше люди. И только рожден свыше человек, он просто с радостью будет это делать. А Бог, Он благословит, как Он говорил в Своем Слове. Поэтому, друзья мои, исполняйте Слово Божие с радостью, потому что за это ждет награда, а награда, она велика. Это Царство Небесное. Это вечная жизнь, это пребывание с Господом. Поэтому это стоит того, чтобы нам сохранить, не, чтобы этот источник он не иссякал, и позаботиться о том, что есть внутри нас. Пусть Бог вас благословит.